Наконец-то серебришко. Да, гривенник, ребята. Это просто, это... Орелик. У нас такие шайбы лежат, значит, еще будут. О, супер. Вставая копейка. А это масончик. Там вообще как будто какие-то руны. Вообще, я рад. Друзья, всем привет. Сегодня опять выбрались на коп. Приехали на наше излюбленное место. В лесок хотим зайти. Скорее всего, зайдем. Будет еще одно интересное местечко. Все обязательно увидите. Время 8 утра. Поехали. Так, у Андрюхи совет. У меня тоже какой-то монитос вылетел. Посмотрим. Он, по-моему, лысый вообще. Тут место-то Петровское. Петровские монеты попадаются. Ну, не знаю, пока что-то ничего не видно, что это такое. Ну ладно, может почищу потом, покажу. Да, скорее всего, тоже Петровское что-то. Орел просматривается. Но монета убитая. Вот, друзья, чешуечка спряталась. От меня не уйдешь. Да. Чешуя, скорее всего, Петра. Уж сколько ходим по этому месту, друзья. Все равно попадаются монеты. Все в следах. Ну классно, классно. Какая пулька интересная. Маленькая. Возьмем. Приятный, ребят, звучок был. Глубоко лежала монетка. Ну давай хоть Петровская. Сохранила. Нет, наверное, деньга. Да, деньга. Жаль, что не Петровская. Убитая. Тут типа в РПшке попался. Причем так он более-менее сохранен. Я думаю, если в масле сварить, нормально будет еще. Живая. Андрюхи, по-моему, тоже выпушка. Тоже вот, ребят, какой-то кругляш попался. Скорее всего, монета была, что-то хотели сделать. И вот, скорее всего, советина кругляш.
Ну, ходим минут 20, а вот результат-то уже нормальный, в принципе. Зашел в лес, ребят. Не удержался. Все вот тут в ямах таких. Овражки. Ну, это, наверное, скорее всего, не дымовые, а просто такой, как рельеф. Дробина вылетела. Здоровая. Даже патина такая на ней. Похожу минут 15, если находки будут, то останемся здесь подольше. Друзья, наконец-то в лесу нашел империю. Наконец-то это случилось. Так, куда я положил? Вот она, друзья. Вот она. Ребята, лесной сохранчик. Должна быть в идеале. Вопрос понять. Сейчас что это? Какой-то безрельефный. А, о, вижу. По-моему, 2 копейки серебром. Видите, проглядывается. Вот она, толстенькая, ребята. Круть. Андрюха не хотел заходить в лес. Вот они где лежат, ребята. Где монеты лежат с охраном. Кайф. Все, я думаю, мы здесь сегодня останемся. Ну, видите, поле рядом. Сколько находок. Я думаю, ну, в лесу по-любому что-то будет. И вот. Вот, друзья. О, я прям счастлив. Я думаю, сохранчик будет вообще ого-го. Ну, и здесь, наверное, не копано. Потому что, раз такие шайбы, это недалеко от поля. Андрю! Андрю! Я 2 копейки серебром нашел. 2 копейки серебром, да. Друзья, я, конечно, вообще в шоке. Вот это лес, вот это давай. Смотрите, что нашел. Серебро. Серебро, походу, еще царское. Орла видно хорошо. Наверное, 10 копеек. Да, 10 копеек. Сейчас, ребят. Фу, я просто... Рад до безумия, ребята. Вот это лесок. Вот это давай. Сейчас протру, покажу. Короче, друзья, сильно тереть не буду. Но видно год 1899. О, Андрюху, Аську Андрюхину слышно. Решил за мной пойти. Ну, я ему кричу, говорю, давай, Андрюх, подтягивайся. Не знаю, он что-то там. Ну, видать, сейчас тоже будет ходить. Так что, я думаю, находки будут, ребята, не переключаемся. Ставим лайки обязательно. Ванька, привет. Любимая, тоже привет. Наташка отпустила меня, молодец. Видишь, находочки пошли. Все, смотрим дальше. Так, друзья, уехали мы с того места, с нашего... Мы туда еще вернемся, надо было просто пробить еще вот местечко. Заехали на поле. Вот. Какой-то кругляш выпадает. А это... Ну, я думал, это полушка. Это какая-то... Пуга. Пуга-пуга.
Так. По всей видимости, советик 3 копеечки выпало. Девятьсот сороковой год. Андрюхе орляночек попался. Ну попадается, видишь, хуйня вся. Туда надо тесать. Че там еще? Копейка это или что это? Да. Я не пойму, блин. Ну да, ну вообще как две вроде. Или двушка. Наверное, две. Большая для копейки, да? Пятнарик какой год? Нашка. Сороковой? Сороковой. А я трешку нашел сорокового тоже. Это? Ну, наведи. 26-й? Да, 26-й. И в РПшку. Давно, ребят, крестики не попадались. А какой красавец. Целенький. Красивый крестик. Дрюха там серебро все ищет. Надеюсь, найдем еще, да, серебришко. Было бы хорошо. Друзья, вот еще на последняя точка наша сегодня. Разведывательная. Мы зашли на поле. Андрюхи империя. Империя? Нет, вообще непонятно что. Империя толстая. Ну это Елизавета, наверное. Да. Что-то такое, да. Ну да, нифига себе, слушай. Это очень тут хорошо. Это. Есть это. Да, да. Иероглиф. Ну, нормально. Для разведки. Есть, правда, следы. Ямки есть. Ну, будем посмотреть. Обломочек крестика попался. Так, такой мы не берем. Тут кто-то ходил, прям что-то очень много ямок. Кирпича много валяется. Я вот тут два советика дерну. 15 копеек, 46. 3 копейки, непонятно. Вот такую пугу. Пломбочку. А это сегодняшнюю. До этого места. Ладно, еще часочек, наверное, погуляем и домой. Еще советик, 15 копеек, 31 года, щитовичок.